Почему бы нам не пройтись немного? Почему бы и нет, приятель? Итачи, ты получишь по шее, если этот парень вздумает удрать. Может, отрубить ему ноги на всякий случай? Это случилось давно. Саске? Итачи, кто этот парень? Это мой младший брат. А ты и правда похож на Саске Утиха. Итачи, Утиха, думаю, ты готов к смерти. Странно, я слышал, что весь клан Утиха уничтожен. Вот он, тот, о ком он говорит. Тот, кого он собирается убить. Ты сам предложил мне это, брат. Все это время я жил ради одной единственной цели. Увидеть, как ты умрешь. Я не могу поверить. Он даже не шелохнулся, словно ничего не было. Воздух словно пропитан чакрой. Сила 9 хвостов. Искусство ниндзя. Слишком медленно. Прости, парень, мой меч Акулий Зуб уничтожает чакру. Ты же больше говоришь, чем умеешь. Попрощайся с ногами, парень. Мне кажется, вы меня еще не знаете. Давайте познакомимся. Дзирайя, жабий мудрец. Когда вы станете такими, как я, женщины будут валяться у ваших ног, трепеща от счастья. У нас тут происходят вещи покруче, чем твои любовные истории. Как бы тебя ни звали, давай ступай мимо, мастер Дзирайя. Разве можно поверить, что ты один из троих легендарных санинов? Грязный развратник с мозгом младенца. Нельзя судить о человеке по первому впечатлению. Так тебе удалось применить генджитсу, чтобы освободить ее? Наложить заклятие генджитсу на беззащитную девушку? И все ради того, чтобы разлучить нас с Наруто. Только подлый трус мог сделать такое. Теперь понятно, как Какаси все узнал. Он узнал это от тебя. Что ж, ты прав. Мы похитим Наруто. Наруто — прекрасный подарок для клана Акацуки, и мы сделаем это. Вы никогда не получите Наруто. Что ж, посмотрим. В этом нет ничего сложного. Смотри, я легко смогу избавиться от вас обоих. Отойди. Ты меня не интересуешь. Сейчас заинтересую! Я только и мечтал об этом всю свою жизнь. Это мой бой. Не могу. Он даже своим рукам не хозяин. Это мой бой. Ну так бейся. Ты слышал его, старина? Оставь, пусть сами разберутся. Я столько лет готовился. Как это возможно? Ради чего? Я столько тренировался. Ты никогда меня не убьешь. Ты слишком слаб. У тебя маловато злости. Ох, как это трогательно. Использовать Цукуйоми на собственном брате. Искусство ниндзя. Прием «Жабья глотка». Это не самый благородный способ умереть, но вы должны быть смиренны, зная, что отныне вы корм для жабы. Проход закрывается слишком быстро. Что будем делать? Что это происходит? Наконец-то мы вырвались. Мы удрали от них. Думаю, нам не стоит торопиться. Подождем подходящего момента и схватим Наруто. Цукуйоми забрала почти все мои силы. Это было сложнее, чем я думал. Черное пламя. Они прожгли жабий желудок. Они и правда владеют очень мощной техникой. Мне надо было прийти чуть пораньше. Все, что я видел с помощью моей повязки, это две зловещие фигуры. Я хотел прийти и помочь вам. Ладно, сейчас у нас есть дела поважнее. Мы должны помочь Саске. Это Итачи избил его. То же самое он сделал с Какаси. За что? Что Саске сделал, чтобы заслужить все это? Жабий мудрец, я хочу отомстить! Если честно, эти злодеи здорово меня напугали. В конце концов, они пришли, чтобы схватить меня. Так что я дам им то,
Чего они хотят? Не знаю, как бы повернулась судьба, не появись я вовремя. Я хотел, чтобы Саске сам выиграл эту битву. Но, думаю, мне придется вмешаться. Но сейчас нам нужен самый лучший лекарь. Мастер искусства врачевания. Еще одна легендарная санин. Королева пилюль и пиявок. Королева азарта и целительница всех недугов. Госпожа Цунаде. Отлично, Гай. Ты позаботишься о Саске. Мастер Дзирайя, найди госпожу Цунаде и приведи ее к нам. Что, устал? Эти парни по-прежнему охотятся за мной. Ты должен понять, они охотятся не за тобой, а за тем, что внутри тебя. Ужасный демон, гроза всей деревни скрытой листвы. Его боятся все. Зачем он понадобился этим парням? Он беспощаден, как стихия. Они знают, что девятихвостый лис заключен внутри тебя. Возможно, они надеются каким-то образом подчинить его себе, своей воле. Найдем эту женщину Цунаде, о которой ты все уши прожужжал. Это твоя чудесная красотка, которую мы разыскиваем. Сколько же ей лет? Столько же, сколько и мне. Она старуха? Что же такого в этой Цунаде, что она такая известная? Она не знает меры в игре. Все называют ее легендарная тупица. Она столько раз тупила в игре, что прозвище приросло к ней. Ну а теперь она вся в долгах и всегда играет на чужие деньги. Мы сделаем из тебя силача. Время тренироваться. Учитель, чего мы ждем? Давай начнем тренировки. Пока ты будешь тренироваться, мы будем собирать информацию о Цунаде.